Здравствуйте всем, ребята. Ну что ж, у нас сегодня вторая серия. За сегодняшний день записываем на стриме по игре Kingdom Come Deliverance. Проходим не спеша, чилим, отдыхаем. И прискакали мы в город Сазава. Надеюсь, правильное ударение поставил. Находится он где-то на окраине. Получается, это... Где-то в уголочке, да, прям. В общем-то, большой как город и какой-то пригород. Вполне возможно, что здесь есть и кузнец, и поторговать. Короче, сейчас будем изучать. Все посмотрим, все проверим. Причем изначально бы я изучил именно вот эту часть города, потому что очень бодро там, насколько я вижу, дела обстоят. А ты не забывай ставить лайк, подписываться на канал, если, конечно, понравится серия. Ну и приходи на стримы на платформе ВАС, ссылочка внизу в описании, добавляй канал в избранное и буду тебя ждать. Так, ну что, поехали. Получается нам... Вы знаете, я просто понять не могу, я вот где-то перебрался. Я не понимаю, где вот тот город. Ну давайте насквозь сейчас его просто пройдем. А вот тут уже и заданица в это видно. Мельник тоже. Так, ну здесь мне рады. Это очень хорошо. Так, тук-тук-тук. Вроде сюда. Вам можно? Вроде не пишет то, что частное. Понял. Слушай, я тут знаешь, что вспомнил? Отец. Блять, вроде пока не выгоняет. У меня тут книжица тоже, знаешь ли, завалялась. А сколько времечко-то у нас? Так самое забавное, что как раз это время для чтения. Вот только не надо сейчас говорить, что я ее не купил. Давай не надо говорить. О боже. Но ничего, ладно. Ничего бывает. Давайте с мастером пообщаемся. The Lady of Talmberg, Sally. She wants me to find out why the crown's been delayed. Through no fault of ours, I can tell you that. We had a large stone ordered for mounting on the crown, a beautiful Moldavite from South Bohemia that we had cut and polished in Prague. But, well, in short, the good merchant, Martin Wiesek, who was supposed to bring it from Prague, got lost. А, гопнули купца в дороге. Crown swallowed him up. Well, Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Да нет, к нам пани отнеслась все-таки с большим уважением. Мы можем заменить на левый камень. И попытаться сделать вид, что никто ничто не заметит, но, ребят, но это некрасиво. Of course I'll try to find the stone. Just tell me where the fellow was seen last. That fellow, as you call him, the esteemed merchant, Martin Wiesek, was last seen riding alongside the Sassau River, passing by the footbridge over the ford, to the west of here. Evidently, he never made it to Sassau town. Короче, где-то он рядом был. Well, I'll look for him. Видать, отоварили где-то ему. Or under the ground. Good luck to you. Угу.
Так, ну, допустим. Допустим. Ага. 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 Хорошо. Хорошо. Так, у меня теперь самый главный вопрос. Мы доходим до основной дороги. Право. Не пойму, где вот это вот основное место. Нам надо таверну, вот эту херерну, вот эту всю карусель найти. Блять, никак не, по-моему, не могу понять, где это. Вот оно где. Переночевать-то надо где-то. Хера тут болото. Ага. Прям резко темнеет. Как серпом по... Чё? О, это такие масштабы этого? Well, I never. Henry. Hey. Да ладно! Really is ignoring us. Пацаны! He's gonna be bloody joking. Ёпта! Здорово! Henry. I'm glad to see you. А вы что тут? Matthew, Fritz, you're alive. Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. Кореша наши. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are all right. We are now, but we barely made it. Yeah, yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks. Bloody Joker. Tell us what happened to you. They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat-Eye that I got back in my right mind. And I see you're not doing too badly for yourself. What are you up to? Right now, I'm helping the bailiff in Rat-Eye. That doesn't sound bad at all. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want to. And there's nothing else around. Кстати, плотники. Hey, you wouldn't happen to know of anything. It would really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. What other neighbors of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa. But who knows where she is now? Бля, Терезу потеряли. I was the one who helped her get out of Scalitz. She lives with her uncle in a mill in Rat-Eye. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Scarlet's, no one will be building. Стройки, шахты, в общем, они такие плотники. They don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have. На мельницу. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. Good luck then. Ага. Ну хорошо. Все, проиграл. Свободен. Честь для меня, что рыцарю.
Друг, ну для меня будет честь тебя... Ручки вот они, я напоминаю. Так, незапланированные попускания. А ручки, ребята, вот. У Лысого последнего бабки, если что. Так, это... Давай, заканчивай, Борис. Боря. Зараза. Давай еще разок тряханем. А лучше синица в руке, чем дятел в жопе. Понял. Родной, ты это... Газанул так нормально. Да что? Там нормально все, нет? Сука! А, ну да, я, и все, я понял, я тебя убью просто. Сейчас твое тело, бля, бредное, найдут с рыбами вместе, я понял. Я, блядь, поподкручиваю. Черт, Клэк, девка. Я понял. Я в любом случае, друг мой, выиграю. Будем действовать по схеме, блядь, план банан. Необычайные приключения Лысого на постоялом дворе. Да. 3 пятерки, 8 четверок, блядь, 75 двоек. Давай, дядя. Блядь, не прокай ты все. Я не знаю, мне здесь до Талова идти, но я сейчас просто заруиню и все. Я вариантов нет. Гг. Бля, ну ему два, ну а, ну ему три раза повезло. Вот он две кости кидает, нет. Все-таки ему тоже не везет. Знаешь, здесь на Талову надо играть, потому что может, знаешь, тоже как заролиться. Надо рисковать, а что еще делать? Бля, надо было крутить до Тало. Здесь ГГ. Я понял. Пёс, блядь. Какой ты Глэк, а? Чтоб вы понимали, он выиграл даже без палёных костей. Свое забираю, ухожу. Не буду даже третью играть. Старт идеальный. Вообще идеально. Блять, очень жесткий старт. That's it.
Латные перчатки ночью, конечно, красиво смотрятся. Крути еще, девка. Во. Молодец. Две костяхи крутит, ну просто представьте. Я был бы удивлен, если бы он сейчас достал бы хоть что-то. Да ёб твою мать. 800. That's it. Я не знаю, там яйца чё... С кулак. Неплохо. Залетело. Бля, ну знаю эту игру. Здесь в косарь, здесь вообще это... Типа не показатель. В косарь разница это... Может все измениться, как, блядь, по щелчку пальцев. А ночь уже на дворе, мы все рубимся. Отдельный ролик на ютубе сделать с нарезками разных азартных игр. Так дерзай, я чё, против, что ли? А чуваку просто косарь ролят схода. Да вообще пох, поехали дальше. Anything, eh? Могу себе позволить, блядь. Могу. Не, ему тоже не прокает. Курва! Не расстраивайся, все будет хорошо. Так, друг. Темно, как у... Good day to you. Слушай, роднуль, можно где-нибудь это? For how long? На одну ночь, дай комнатушечку. Sure. Here you are. Две монеты, не буду даже торговаться. Like it here. Like sleeping, huh? Кровать, где моя? Where do I go to sleep? On the upper floor of the inn. There are steps up to it outside. На верхнем этаже лестница снаружи. Твоя комната посредине. Are there any problems around here? Well, it depends what you're willing. Of course, it's your own skeleton's fault need the most help. There's some of them at the monastery. I talked to Johanka a few times, and she's working her fingers to the bone. Taking care of the injured ones. Раненых очень много. I'm sure she'd welcome some good Samaritan who would lighten her load. That's all I can think of. Бля, раньше ни фонарей, ни хера нет. Кого хочешь, того и жухай. Кого хочешь, того и... Чего хочешь, делай. Просто вот, ну... Да ёп. Чё, кукол, подслушиваешь?
Пан, блядь. Будешь подслушивать, я тебе факел в жопу затолкаю. Черт. Знаю я таких, как он. Ага. Так, ну что ж. Луки, да. Луки. Можно, в принципе, себе такой небольшой, знаете, сетик собрать интересный. Ёпта, у меня стрел просто забейте. Блять, целая, как музыкальная шкатулка целая. У меня, в принципе, на самом деле, только один, в принципе, вопрос. Вопрос такой конкретный. Что у меня занимает столько, блять, места? А? Это же не мой вес. Броня, да не может такого быть. Может, стрел столько я с собой ношу? Слишком, типа, дохера. Бля, мне кажется, стрелы. Что-то меня грузит очень серьезно. Вот что? Бля, ну с другой стороны, да, у меня латы там. Черт его знает. Бля, ну стрел у меня просто, их я не знаю какое количество. Каждая стрела по, вот вы вдумайтесь, каждая стрела по 0-1. Да нет. Вообще ничего лишнего нет. Можно оставить шкуру. Мне кажется, она где-то, блядь, может пригодиться. Бронник. Не желаете ли вы на что-нибудь? Можно тесак подчинить. Чисто, знаешь, просто скилл прокачать. Кузнечку, да? Поехали. Так, доброе утро. Масал, спасибо. Так. Похаваем из котелка. Ну и, в общем-то, можно прощаться. И кто? Зах. Три брата, говорит, Зах, Нах и Пох. Здравствуйте. О как. Повязка становится эффективнее. В диалог вы можете применить свои навыки лечения. Ой-ой-ой, вот это очень приятно. Это мы можем кого-то сейчас вылечить. Кстати, перед помощью раненым это гиперактуально. За пределами городов и деревень вы получаете плюс один к силе, ловкости, живучести. Чего? Я прошу прощения.
В городах и в деревнях, а также в непосредственной близости от них вы получаете плюс один к силе, к живучести, к ловкости, к красноречию. Тю, блядь. Спорно. Да я понимаю, что что-то одно. Типа либо за пределами будет бонус. Понимаешь, просто мне вот это нравится, то, что еще и... Блядь, я бы первую помощь прокачал. Нет. Первая помощь. Давайте еще и в диалогах появится. Может быть, кого-то вылечим. Нет, я вот этот хочу прокачать. Ну его нафиг. Верховая езда 7. Когда вы читаете, то усталость иголок нарастают говно. В первый раз, когда вы смотрите на фреску, крест, обоняние временно увеличится на плюс 2. Если вы удобно спите, то получаете двойную прибавку к чтению. Ваш уровень изучения книги, которую вы прочитали, автоматически улучшится во время сна или пропуска времени. Ну, правда, не знаю. Блять, ну конечно, магистр было бы идеально. Вообще все ни о чем, да. Все ни о чем, все тупое говно, тупого говна. Временно увеличивается, то есть, ну, обаяние. Усталость и голод, мне это неинтересно. Сидите, это двойную прибавку к чтению. Если вы удобно сидите. Здесь я вообще не вижу ничего такого, вот чтобы меня прям, чтобы я сказал вау. Все херня, Миша. Так, ну а вот, в общем-то, и сам город. Так, здесь таверна, это мы с вами поняли. Давайте поизучаем город. Блин, я очень надеюсь, то, что здесь что-то будет. Вот это, кстати, купальня сразу. Фиксирую я сразу купальни. Кузница. Вот так вот схода. Схода сразу кузница. Ага. Тихо. Не газуйся. Чё, ну вы начинаете-то это? Давайте вы не будете усугублять. Что не так-то тебе? Жена кузнеца. Где кузнец сам? Типа рано, что ли? Что ты до меня, ёпта, как пьяный до радио докопался? Поторговать я хочу. Чё ты хочешь от меня? Мать. Спит кузнец, поспать любит. Процесс идет. Вот это очень важно. Честь для меня. Мое почтение. Ох, чувствую, это будет стоить очень, блядь, дорого. Этот бы я починил. 131, 32 разбито. Два верхних слота я бы починил. Остальное более-менее терпит. Так, знаете, на пол шишкана чисто. Вот так бы я, наверное, починил. Щит вообще пох. Блять, голову. Ребят, голову надо.
голову надо, ребят. 600, сука, 600 монет. С другой стороны, голову можно оставить и на эти бабки починить. Вообще вот так вот можно сделать. 30 там монет. Вот проще вот так вот даже сделать. И вообще нахрен не трогать. I'd like to discuss the price. Давай затрейдимся. All right, so. Ёб, ты что за трясун такой? Братик, давай нормально уступи, а ну без вот этого. Well now, a little more and we'll shake on it. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это скидончики пошли. All right, so. Хорош вообще, прок что? Ох, ёпта, у меня теперь бронечка. Короче, кроме каски, вообще просто четко прям прокнулось. Так. Я своим глазам, блядь, не верю. Смотри, как шикарный какой. А, сука, прочность 25. Да и хер с ним. Стоит вообще понты. 40-40, ребят. А у меня... А у меня моя шляпа 29-38. Вообще просто такое. Ну что ж, я бы вот этот меч у него забрал. Прекрасный меч. Бля, ну это длинный именно меч, ребят. Косяк. Но между прочим, хочу отметить, вот осколок, короткий меч. А вот осколок мне даже больше импонирует. Ребят, я бы, наверное, осколок взял. Двуруч мне точно никакой не нужен. Нет. Нахер. Я бы взял осколочек. У него прекрасно режущий, прекрасный колющий урон. Он мне подходит по ловкости. Да мне вообще, блядь, по всему подходит. Ой. Осколок. Он будет легенький, такой прям, знаешь, быстрый. Заодно чинить его могу. В принципе, ну он прям... Короче, в кассу он мне. Слушай, я так трейдиться с ними жестко стал, ребят. Со 170 мы сбиваем цену. 20 монет я сбиваю. 20 монет сразу. Просто как с куста. Слушайте, лопату взял, я безумно доволен. Братики, спасибо, пацаны. Спасибо. А, можно, в принципе, лошадку подковать, но... Решили мы не запариваться, да, на эту тему. Спасибо, братцы. Так. Мадам. Так, мне бы на самом деле... Себя бы... Поскидывать. Что-то мне вот вообще не нравится, сколько на мне всякой хрени. Ёптанна.
Братики, спасибо. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. От души. Так, здесь мы все нашли. Давайте дальше. Оружейник. Так. Осколочек занимает достойное теперь место. Стоп. Ну, я же могу продать ему. Блять, не понял, а где? Что тут, ёпта, за 25 этими забились. В смысле, жена кузне... Стоп. God be with you. А! Да ладно. Да. Ну такое. Блять, топоры тут есть. Ой, какой интересный. Ой-ой-ой-ой-ой. Игла, смотри. Колющий урон 50. Сорок три. Ребята, а вот этот мне тоже подходит. 43. 45. Защита 65. Вот это вообще интересная машинка. 43. Мне такое надо. Об уходе что? За оружием. То есть, если есть третья часть, значит, где-то есть и... Ну, вы поняли. Спасительная благодать. Не каждый рыцарь рождается доблестным воином, и не каждый дворянин рождается богатым. Я не хочу длинный меч брать. Я еще раз говорю, это очень плохая затея. Шила. А вот он и идеальный меч. Ребят, смотри, что раскопал. Что скажете? 39, 55. Ударный урон — это сверху. Режущий — это так. Ударка — это именно урон по башке. Колющий — прекрасный, режущий — прекрасный, быстрый. Короткий меч с острым клинком, умелый удар может нанести рану даже противнику в легких доспехах. Но если вы будете отбивать им удары, он быстро затупится. Мы не так много долбимся, на самом деле. Я бы, наверное, вот его и взял. Защита прекрасная, прочность неплохая. Да.
Пожалуй, мы так и сделаем. Это чисто оружейник. Это очень интересно, я это запомню, где это лежит. Торговаться. Let's talk about the price. Женщина, давай, мы нормально затрейдимся. Давай не будем усугублять без того усугубленный. Давай за 500 и все, и куньку. Осуждаю. Пизда с ушами, а? Я твою знаешь кого? Шевелил. Зажало, блядь, мечик. Хуй с тобой. Жди, блядь. Ну-ка, лошадка, поди-ка сюда. Сука такая. Сколько? Кого, блядь? Так, матушка. Сейчас будем налаживать пожилой контакт. Ну, длинный точно нет. Блядь. Ну, вот это вообще пушка. Ну, ребят, 10 ловкости, это я... Знаете, когда накоплю? Как-нибудь после дождичка в четверг. Так же, как и вот этот. Исаак отлетает. Отлетает. Трейдимся. Let's have a word about the prop. Are we agreed? That's better. Drop it a bit more and we'll call it a deal. Уперлась, а? Не, ну извини меня, еще 35 голды? 35 голды, нормально уторговались. Хорошо. Так, здесь сделано. 35 голды. Что у меня сейчас еще раз за меч? Подожди, а какого хера луки-то не ушли? Ёпта, ты хочешь сказать, луки только этому продавать? Кто шкурами барыжит? Да я такого быть не может. Блять. Мать, ты сейчас серьезно? Пятьдесят шесть. Let's have a word about... Well... Satisfied? Well, now. See now? 50 монет просто сюда! За 500 просто! Кого? Сюда, дядя. Не шутя. Так, этот продаем. Хорош вообще, просто жестко, жестко, очень, очень жестко сейчас. What do you say to... We're getting... I... Пойдет. А что у меня, со жрачкой все? Хорошо, вообще сейчас прям вот тут великолепно зашло. И 1,4к осталось. Заточить не забудь. Я сейчас, блядь, заточу. Что без меча останусь. Хорош лаять. Подожди, а что это такое? Где точильный круг? Чего? Бля, опасно, ребят.
Примерно где-то вот так вот. Я не понял, что вот это было за новое занятие. Причем показано вроде как в доме. Не понял этих мув. Понял, если честно, что это такое. Новое занятие. Смотрите, вот здесь вот это. Напротив точильный круг. А, ну подождите, это вообще у него новое занятие, по ходу дела. Jesus Christ, be praised. А, работу он имеет. Well, come to think, there is one rather delicate matter to attend to. Поговорить, да-да. A holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. А как же мне в каску отдали два раза по башке сзади? I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech queen of Sheba, but by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares. Splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. Какой-то Властелин колец получается. I forged them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Are you sure the Queen of Sheba is a Czech queen? Who else would she be? Have you not heard of her? Ask some priest. She's in the Bible. А не гонило ли это? А? What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. Что-то попахивает каким-то этим. Where can I find the powers? Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest pieces with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage... А, заполучил это украсть. It all sounds a bit questionable. Давай. Your loss? Good luck to you. Да не-не, хорошего, что, гоните, что ли? Я что, кузнецов буду? Из-за какой-то мутной, непонятной истории я... Ребят... Хорош. Это шляпа полная. Это какой-то, блядь. Давайте скрафтим, говорит, Эскалибур. Только никто обломки меча продавать не будет. Ну, ты там как-нибудь там, что-нибудь там, это, чики-брики, чик-чирик там придумай. Да. Сейчас, ёпта, все бросил и именно так и сделаю. Так. Так, 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 так. Здесь мясо. Правильно? Здесь, по-моему, квест даже есть. Что-то здесь какой-то квест. А ну-ка. I'll be with you. Мое почтение. Are you in need of a helping hand, Master Butcher? Open hand? No. But I've got a problem with supplies.
I understand. The roads aren't safe these days. No, that's not what I meant. Beef and pork I can get plenty of. But the burgers here have a taste for aristocratic food. And maybe you can help me with that. А какой он пищу хочет? Heaven forbid I would ever suggest such a thing. No. You would have to get it by other means. Дичь, это же все эти зайчики, все, что можно. No, but if you happen to be walking in the woods and came across something. Если бы ты случайно зашел в лес. All right. Да, хорошо. Let's say I'll take a walk in the woods. Excellent. Get me a wild boar for now. Дикого кабана. So I can see what you can do. And... А, блять, дикого кабана. У нас, в принципе, параллельно есть квест еще и на кабанью шкуру. Ничего такого в этом квесте не вижу. Типа, почему бы и нет? Но люди хотят кушать, люди готовы за это платить. Типа, что в этом плохого? Без проблем, окей. А, кузня. Купец, точнее, барыги. Мне бы найти дом. Мне бы найти теперь дом. Есть тут оружейник. А есть бронник. Бокалейщик. Травник. Стоп! Стоп. Вот прям где мясник. Вот это что ли бронник? Значок? Да. Необычный значок, я еле-еле шлем. У тебя сервис. Здорово. Что-то можешь для меня сделать, дружочек. Очень много можешь для меня сделать. Что у тебя по бабкам? 2к? Ага. Слушайте, у него есть на самом деле бронька получше, чем у меня. Но все остальное, вот я листаю. Ну, кольчужки неплохие есть. Чуть-чуть получше. Ну, знаете, вот так вот. Стоит ли на это бабки тратить? Блять, очень спорно. Малый набор бронника на 30 единиц. С лошадки-то я сейчас свистну, конечно. У меня прекрасная броня. Чуть-чуть там кое-где разница есть, там плюс-минус, там прям, ну, не критично. Одну секунду, друг. Ну-ка иди-ка сюда. Моя хорошая, тут дело к тебе есть важное. Ух, ёпта, очень важное. Ой. Сейчас мы посмотрим, насколько мы набарыжим. Очень интересно. Ой, блядь. Пойди сюда, броник. Очень тяжело. Спасибо за подписочку, Фер. Мое уважение. Ну что ж. А вот за совет насчет продавая броню броннику, этому спасибо. А вы были правы. Вы были абсолютно правы, дамы и господа. Мы здесь сейчас поднимем бабосики очень серьезные. Ой, как кожаные перчаточки уходят великолепно. И колпачки, и койфы. Пролезно. Стоп! Гениально! А что если прямо сейчас взять и прокачать навык ремонта? Да, мы будем продавать, но я прокачаю навык. Как вы считаете? Вот здесь уже совет ваш нужен. Чисто логически. Что если взять, купить набор бронника, который ничего толком не стоит, и постепенно нам начинать качать? Потому что ремонт очень дорогой. Это не обуз, ничего, система. То есть, вот, я просто беру.
Я просто беру набор броника. И просто вот, что он сможет, если он вообще хоть что-то сможет. А он здесь, ребят, по ходу дела ни хрена не может. Да. Значит, нужно ремонтировать абсолютно все, что мы находим. Значит, нужно брать, убивать разбойников, ремонтировать их вещи маленького левела. И потом их спокойно продавать. Think about it. Причем купить как набор кузнеца, так и набор бронника. И ремонтировать абсолютно все. Гениально. Так, поехали. Раз, два, три. Ваше мнение, насколько сейчас набарыжим? Чисто теоретически. Чтоб вы понимали, уже 1,1к. Просто, ну, чтоб общее понимание у нас было. Мать моя женщина, 1,4. Цепочки не знаю, кому на самом деле продавать. Очень такая спорная ситуевина. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это мы ганганули. На два кусочка. А, какой на два кусочка? Это я еще купил. Меч. Я отремонтировал всю броню. Короче, ганги здесь полный must-have. Да. Гангать лохов это топ. У торговца всего... Так. Одну секундочку. А ну-ка, вот эти легенькие вещи. Одну секундочку. По 0,5 вещички мы назад на коняшку пока забросим. Где-то вот 1,8, вот так вот что-то. 1,7, я думаю, больше не уторгуем. Ну что ж, пробуем, ребят. Главное только не зафакапить. Давай, роднуль, давай. Давай, ты просто сейчас извинишься. Давай 1,9. Давай, ладно. Давай? Бля, опасно. Да пошел ты, ёпта, и челка у тебя ублюдская, и сам ты ублюдок конченый. Пес, черт, ах, блядь. Ой, такая мразота, а. Ночью, блядь, пропадет. Такой глэк, а? Блять, уже 1,7. Сука, конченый. Ой, блять. Since it's you, that's better. Drop in a bit more and we'll call it a deal. Стоит эти риски эти. 1,9, хорош, сюда просто. Сюда! 1,9 просто завезли. 1,9. Что? Вот это очень жестко. Это не то чтобы красиво, это максимум красоты. Значит так, меня теперь интересует следующее. Давайте полный разгруз сделаем в лошадь. Лопата пошла. А, черт, стой! Эти наборы бронник, ты ёпта, с кузнецом.
Короче, покупаем фул набор бронника, фул набор кузнеца. Вот так вот делаем. И просто все подряд ремонтируем. Вообще, вообще просто без разбора. Отмычки. Ничего не весят. Стрелы, понты. Бля, что каких-то повязок сколько-то вообще. Их просто какое-то невероятное количество. Просто, блядь, запредельное. Не знаю, где мы столько налутали. Два лука. Ранящие и херанящие стрелы. Вот это вообще пусть копится. Пока, знаешь, не к спеху, пусть копится, как знаешь этот. Тормози. Как, знаешь, загашничек такой. Черные перья, блядь. Слушай, вроде бы как и все. Слушайте, ребят, по ходу дела у меня броня столько весит. Реально весит столько броня, что я даже себя, блядь, разгрузить не могу. У меня очень все тяжелое. Очень все тяжелое. Вы знаете, раз уж так свистоплясочка такая пошла, я бы еще с ним поторговал. И именно давайте очень сейчас внимательно пробежимся вот по вот этим вот вещам. Что у него реально есть, прям вот, знаешь, чтоб я сказал, вау. Вообще говно. Говно, 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 говно. А вот сапожки-то очень серьезные, ребят. Но ёпта, 1,8 тысячи я отдавать за них не собираюсь. Можем выбить. Можем выбить. Не, в, не буду я, не, не, оно не стоит того. 1,3 куска. Разница минимальная. Синенькие циферки все видят, да? Очень хорошая разница, 4,2 тысячи, это забейте. 3,8, то же самое. Я говорю, у нас прекрасно все сбалансировано. Вот это, кстати, неплохо. Очень-очень-очень неплохо. Очень неплохо. И вы знаете, прям... Прилично торс закрывает. Прилично. И от ударки, и от всего. Угу. Поплотнее мы немножко станем. Всего 400 монет, плюс мы его торганем. Перчатки нет. Так, окрашенный баварский комбинезон. Запомнили? Такое. Стоп. Еще дешевле нашел. Хотя, то на то и выходит. Не хочу ничего вообще отдавать. Все, все говно, Миша. Давай по новой. Значит, что я сейчас хочу? Я хочу набор... Я хочу наборы. У него были наборы. Вот она. А чем отличается вот набор бронника от малого набора бронника? Большой набор бронника, в состав которого входит молоток, клещи, запасные пластины, заклепки, проволока. Понятия не имею, чем разница. Вообще без понятия. Весят понты. Может быть, набором бронника можно чинить более крутые вещи? Имеет место быть эта теория. Посерьезнее, типа, шмотки можно чинить. Ой, я вас, ёпта, умоляю. Раз... А, ну мы можем... А, что? Один? 307?
Один! Я передумал. А, я здесь все, я понял, до свидания. Всего доброго, хорошего. Я все понял. Давай. Всем там привет передавай. Может, сошли. Так, а ну-ка мне найдите-ка, где здесь кто лошадьми занимается. Лошадки, лошадки, тара-та-та-та-та. Писарь. А я вот зайду к писарю. Писарь, родной. Что ты, ёпта, без опознавательных знаков сидишь? Что это за дела за такие? Книги-то могут быть крутые. Согласись? Согласись. Опа. А вот и третий букварик подъехал. А я бы его купил. А я бы купил. А я куплю. Let's talk about the price. Вот на чем, на вот этом даже не буду это. За 470, ёпта, отдал. А ну-ка. Да ёпта, ну в смысле? Да всё, встал я. Успокойся, блядь. Слышь, куда Костя можно бросить? Хорош этот... ты понял. Книжечку пока мы уберем. Какой у меня левел чтения-то? Книжечку нам надо убрать. Оп. Вот это прекрасное пополнение. Очень все хорошо у нас идет. Так, продолжаем наш разговор. Что же здесь еще есть? Деревня. Что-то еще вижу. А нет, блядь, сапожник. Кто такой вообще сапожник? Стой. Подожди. В чем кайф? То есть здесь это типа хз. Это типа когда, чтобы бесшумно убивать, наверное, там какие-то супер тихие тапки. Это может, конечно, и здорово, и круто, но типа хз. Такое. Под вопрос. Сапожника мы открываем. Здесь непонятное что-то. Возвращаемся назад, проходимся по той стороне. Здесь нас ждут тоже очень интересные всякие ребята. Портной. Одну секунду. Портной. I'm honored that a knight such as you takes an... Oh. May the Lord
Ага. Ага. Эва, оно чё, Михалыч? Вот для чего нужен 228 пожилых монет. Все подштанники, ну, на пальцах, если. Он просто мне все подштанники готов заштопать. Ну, то есть все нательное белье, вот так вот скажу. 200 монет. Все в идеал. Бля, у меня броня просто сейчас бешеная. Он мне все везде подштопал. Феерично. Нужно запаковать лошадь. Кто за, плюс чай. Еще лучше сменить нахер эту лошадь. Еще лучше будет. Бакалейщик. Пекарь. Конфетки-бараночки. Ага. Где кости бросить? Ага. Самое забавное, я не нашел, где лошадки. Это немного печально. Блять, даже немного грустно. Лошадок-то здесь нет. Вот зараза, вот потом. Это первое, а второе, но это купальни. Вот здесь вот будут купальни. Чё? Кто это сейчас сказал? Не послышалось? О, да. Купальни. Мадам! Я был бы не прочь, кстати, если бы, так скажем, вы бы... произвели омовение моего писюна. Слушайте, барышня, я, конечно, не против. У вас тут своя атмосфера, но, блядь... А к кому вообще подходить-то? Почему мне помыться-то нельзя? Не понял сейчас. С рояля, ёпт. Я типа недостаточно грязный, я сейчас изваляюсь. Ля, трулики висят. Я сейчас изваляюсь. Чего? Чего надо-то? Не мил я тебе, сука. Хочешь, как хочешь. Что-то, блядь, хотелось. Что ты какая? Я не такая. Жду, говорит, трамвая. Сиди, жди до 40 лет. Потом кошки, собаки. Кам? Больно интересно, вот этот крайний знак вопроса и как раз серичка. Что вот здесь? Блять, понять бы где. По-моему, где-то вот там. А что же у нас какой-нибудь, может быть, отшельник здесь живет? Нет? А может быть, кстати, и чувак, который этот Луки, Хируки, нет? Что здесь? Даже так. Кожевник. А чё ты как-то, брат, на отшибе-то? А? Как-то ты, браток, максимально... Я... Прошу прощения, нам же шкурка кабана, да, была нужна? Блять, или какая-то шкура дикого кабана?
Дай бог памяти. Что-то там какой-то такой квест был. Простенький. Шкура кого? Кабанина для мясника. 40. Подождите-ка. Если они все топят за кабанину, и квест мой лежит куда-то в лес, значит, либо вот здесь есть кабаны. 100%. А, есть проблема, что мы вброд хер перейдем эту реку. Вот единственное... Блять, нет, здесь нельзя. Это нужно через мост... И налево здесь бежать вообще понты. Я уверен, сейчас мы и так найдем. Здесь мы найдем мордобойню, это железно. Хорошо. Давайте сразу, чтобы стартануть с новой серии. Дойдем мы сейчас до туда. Я все-таки ищу новую лошадь. В принципе, бабок мне хватает. Можно взять лошадку, которая уже на старте будет гораздо более... больше груза вести. Знаете, скорость на лошади я бы... Ну, такое, под вопросом. А, хочется испытать, плавает ли лошадь. Но, вы знаете... Если честно... Я, конечно, понимаю, что она, скорее всего, блядь, плавает. Но что-то как-то вот испытывать... Она должна. Здесь слишком глубоко. Но если что, ребят, кто не знает, лошади прекрасно плавают. Но игра, к сожалению, это упускает. Седло купи. Еще раз напоминаю, что в этой игре седла продаются только где? Правильно. Там. Давайте быстро город, чтобы больше не возвращаться. А, даже так. То есть прям внутри там знаки вопроса. Подожди-ка. То есть где-то вот здесь вот что-то, какой-то вот козий движ творится. Кузница. Да что ты, побойся богу, милок. Сколько же здесь кузнец-то, подождите-ка. А вы тогда кто? Гончар? Hey. Это я на лошади, не очкуй. Да дай на лошади поскакать, что ты начинаешь? Здесь такой бедный, знаете, райончик, такой гетто, ёпта. Нет, это совершенно обычное место. Находим еще одного мельника. Ха. Что-то похожее на лесопилку, ну такое. Вот, кстати, там, где кузница, что-то еще было в центре. Знаете, всегда больно интересно, что же это. Потому что может быть что-то, ну, какое-то очень интересное, какая-то вещь, блядь, вот похожа на кузню, зараза, но это не она. Не кузню, а где лошадки стоят. Очень похоже. Но ничего абсолютно, видите? Нет, к сожалению, ребят, здесь лошадью мы не прокатит. Мясник здесь вообще находится, на самом деле. Ну что ж, хорошо. Я, в принципе, доволен. Следующая серия «Бежим сюда».
У нас здесь будет интереснейшее задание, абсолютно интереснейшее. И следующие серии будут прям шикарные. Ну и постепенно-постепенно выдвигаемся уже по основному квесту. Помаленечку, потихонечку нас вонощи все в тот город приведет. Придем мы довольно неплохо заряженные, в прекрасной броне. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи. Буду ждать на Вазде. Пока-пока.